Так. Мы продолжаем проходить эту замечательную игру от компании Square, которая дала этому миру Final Fantasy. Хочу передать особый привет Татьяне. Доброе утро. Так, остановились мы на том, что хотим вернуть эту блондиночку домой. А где она живет? Вот вопрос. Давайте сначала в мой дом зайдем. Давно не были там. Маман там уже заждалась. Кит. Привет, Хрона. И все. Ладно. Тут без изменений, в принципе. Я не помню, что на рынке. Кстати, тут стоял рыцарь, теперь его тут нет. Элейн снова на пирсе. Этот фриц, куда он делся? Ох, привет. Чем могу помочь? Железный лук. Можно заменить Марли. Возьму. Возьму броню получше для Марли. Так. У нее бронзовый был. Теперь будет железный. Так. И вот эту броню. Так, и можно продать тунику. И вот эту броню. Ну и бронзовый лук. Думаю, он нам уже не нужен. Большое спасибо. Так, но этот что-то не договаривает парень, по-моему. Я его запомнил. Поместье мэра. А, ну да, если блондиночка дочь короля, то он в замке. Ну, зайду в поместье для начала. Привет, ты знаешь о нашем заведении? Нет. Это учебный центр мэра, что-то вроде школы для новичков. Можешь взять любые вещи, которые там найдешь. Нужна лекция об оружии и предметах. Давай. Основные типы оружия — мечи, луки и ружья. Некоторые из них могут использовать только определенные герои. Для защиты тела и головы существует множество различных доспехов. Наконец, существует множество предметов с различными свойствами и эффектами. По мере накопления силы мечи станут наносить все больше урон противнику. Эффективность ружей и луков повысится с ростом точности. Стрельбы. Ну, логично. В мире есть много мест, где можно сохранить игру. Это мы уже знаем.
Ты знаешь об убежищах? Они очень полезные. Нет. Используй убежище в точках записи или на карте мира, чтобы полностью остановить жизнь и ману. Ну, да. Сундук. Золото. Ну, давай. Некоторые монстры используют особые атаки. Яд. Жизнь медленно уменьшается, твои атаки слабеют. Замедление. Растут паузы между атаками. Да. Сон. Снижает защиту, хороший удар снова тебя разбудит. Хаос. Ты начинаешь нападать на друзей. Влияет на дружбу. Вот, блин. Слепота. Ты плохо видишь. Тяжело попасть по врагу. По врага. Замок. Нельзя использовать техники. Стоп. Ты застываешь и отключаешься. Но на нас пока накладывали только замедление. Используй лечение или подожди до окончания боя, чтобы вылечиться автоматически. А что еще? Когда количество жизни понизится до нуля, ты отключишься. Тогда используй оживление. Но если погибли все, то игра окончена. Будь осторожен. Хочешь совет? Давай. У тебя есть потенциал. По мере развития событий ты выучишь несколько техник. Техники — это магические атаки. Используя оружие, ты овладеешь ими в тренировке. Держи кнопки L1 и R1 одновременно, чтобы убежать с поля боя. Знай, когда убегать. А чтобы стать сильнее, нужно драться. Теперь насчет меню экипировки. Числа... Ну, это ну ладно, мы все знаем. Нет, не надо. Получил один тоник. Угу. А что тут? Дом Люси так далеко от его. А ну давайте зайдем сначала в дом Люси. Угу. Творческий бардак. Многих ходячих роботов практически невозможно сделать. Но Хроно, скорее отведи принцессу в замок. Сейчас только поброжу тебя дома. Интересно же. Это мама ее? Лара. Люси и Табан думают только о своих глупых игрушках. Вот что ты... Вот что мы заработали сегодня. Ты такой заботливый. Ну. Главное, кормит. Это, наверное, комната Люси. Китчен. Угу.
батя. Ты друг Люси, верно? Или Луки? Я даже посмотрю, как правильно ее звать. Блин, ее все-таки зовут Лука. Вот я. Ладно. В конце концов, я мог назвать ее вообще как захочу. Идем Марли домой, наконец. Грибопень. Грибопни какие-то. Слишком перефармлены для них. Ну, это что-то новенькое. Какие-то муравьи с длинной шеей. Битл. Жук. Жучок. Эй, какой хаос? Тихо, тихо. Что делает? Вайф, наверное, надо. Это. Вот, да, снял. Нет, не снял. А что я сделал? Ох. Кто там снимает дебафы? Ладно, пофармим немного. Они еще стоят так хорошо. Вот так вот. Принцесса Надя. Надя. Вы в порядке? Где вы были?
Я слышал, что вас похитили. Мы послали на поиски солдат. Негодяй, это ты? Да, ты похитил принцессу Надю? Нет. Рона. Признайся, ты ее одурачил и пытался завладеть троном, террорист. Прекратите. Солдат это другие уже. Прекратите немедленно, ох. Что ты делаешь? Ну так сказала принцесса Надя. Блин, везде канцлеры такие не очень. Идиоты, взять его. Хрона. Это суд? Я канцлер-прокурор. Я адвокат Пьер. Члены суда. Обвиняемый Хрона. Ему инкриминируется похищение принцессы Нади. Ох, какое словечко. Я такое даже не помню. Что нам с ним делать? Может, костер? Повесим его вверх ногами на несколько лет? Таня, прям как ты любишь всех повешивать. Или же гильотина? Вы, присяжные, должны решить его судьбу. Итак, давайте начнем. Хрона, ты обязан говорить только правду. Музыка напряженная, конечно. Хрона. Инкриминируется умышленное похищение члена королевской семьи. Вопрос в том, похищал ли он принцессу Надю? Ответ. Нет, не похищал. По сути, никакого похищения и не было. Эти двое познакомились совершенно случайно. Дело в том, что принцесса сама попросила Хрона сопровождать ее. Это правда? Кто все это начал? Ох, тут выбор сюжетный. Если я скажу я, то на меня могут нагнать. Но если я отвечу Марли, вдруг достанется ей. Если я должен отвечать только правду. Пускай, наверное, будет Марли. Да. Вы уверены? У нас есть свидетели того, что вы натолкнулись на принцессу. Эй. Да это она мне врезалась. Затем принцесса последовала за вами на представление Люси, где вы оба исчезли. Если это не преступное похищение, тогда что это было? И у меня есть сведения, выставляющие подсудимого не с лучшей стороны. Я протестую. Это к данному делу не относится. Хотите ответить, канцлер? Личность Хрона является самой сутью этого дела. Нам нечего скрывать. У нас есть свидетель. Маленькая девочка, которая поручится за этого замечательного человека.
Это добрый дяденька. Он нашел мне моего котенка. Спасибо за вашу доброту. Ну и как вам? Разве этот юноша не достоин медали? Фью. Кажется, они клюнули на это. Вы что-нибудь крали? Блин, я помню, я воровал еду у старика. Ну да, видите, он же беспринципен. Занесите это в протокол, он слезно просит о помощи. Он съел завтрак у меня со стола. Ох. Но я был голоден. Ну, так бывает. Он уже старый. Занесите в протокол то, что он обокрал бедного беззащитного человека. Имеет значение мотив. Был ли у этого чудесного юноши мотив похищать принцессу Надю? Нет, не было. А как же выкуп? Рона, вас прельстили ее деньги, не так ли? Какие деньги? Я сам покупал ей всю одежду вообще. Вы уверены? Вас они и вправду не прельщали? А давайте подумаем. Я даже не знал, что она принцесса, чувак. Прошу заметить, что он сказал, что не имел интереса к ее деньгам. Свидетель, пожалуйста. Кто там? Ему меня не провести. Я видел его своими глазами. О боже, я так нервничаю. Этот парень схватил кулон, не проверив, в порядке ли принцесса. Он хотел его продать купцу Мельхиору. Блин, точно, я же спрашивал. О боже, это кулон... Извините, но я не могу его купить. Он слишком особенный. Береги его. И все, я могу идти? Больше вопросов нет. Обвинение закончило. Господа присяжные заседатели, если он виновен, встаньте влево. Если не виновен, встаньте направо. Да блин, я же просто проверял игру. Все ее возможности, хорошо? Ох, походу габела мне. Все, походу жопка. Вот так вот спасаешь принцесса, тут тебя... Тишина в суде. Вердикт был вынесен. Наш приговор виновен. Приговор — лишение свободы и казнь через 3 дня. Увидите его. Одну минуточку. Принцесса. Хватит, дорогая.
Но, отец, я же просил тебя вести себя, как подобает принцессе. Даже принцесса должна подчиняться нашим законам. Предоставь ведение этого дела канцлеру и забудь о том, что произошло в городе. Мы удаляемся. Ох, какой батька. Суровый. Хрона. Этот террорист пытался устроить переворот в нашем королевстве. Он признан виновным, и теперь мы должны привести приговор в исполнение. Это монстр, который похитил нашу принцессу. Казнь состоится через 3 дня. Следи за ним в оба. Да, сэр. Стража. Вести заключенного. Да ты чё бьёшься? Ну хоть нет туалета в камере прям. О, похилялся. Сохранюсь, пожалуй. Ну что, что мы имеем? Заткнись. Заткнись. 2 дня до казни. Вот, блин, надо выбираться. Прекрати. Ох, я ему покажу. Открывай. Ауч. Вот что ты получишь за плохое поведение. На! Удар дзюдо. Куда это ты собрался? Откуда у меня меч? А ну-ка. Слэш. Ой, да он жирненький. Она будет просто бить. Еще сильнее, чем слэш. Кайф. Так, что тут у нас в этой камере? Эй, как пролезть? Как пролезть? Может, какой-то другой персонаж только может пролезть. Если я этого опущу. Ладно, пока не знаю. Восстановлю себе жизнь. Пойдем дальше. Ого. Что это? Это щиты. Синие щиты. А, вот оно что. Блин, да они вообще же непробиваемые.
Ноль. Так, мне кажется, надо бежать. Не могу убежать. Вот, черт. А, надо бить. Вот, надо бить, когда они раскрываются. Ну, ну понятно, понятно. Так, куда пойдем? Пойдемте сюда. Ну, тут тоже две камеры. Одна опять не открывается, нифига. Так, а тут... Душа вселилась в скелета. Окей. Диссидент. Эй. Он слабенький оказался. В той камере вообще дыра. Кто оттуда выбрался? Интересно. Как сюда пролезть? Попозже. Что у нас тут? Ну, то же самое, только нижний ярус. Ну, ладно. Что ты задумал? Дропчик. Неплохо. Ого. Ого. Какой-то джиггернаут. Так значит, ты беглый преступник. Про меня уже слухи ходят. Его зовут... Зовут Омникрон. Мисс. Вот косой, конечно, ты. Ой, ну ты косой. Ой, вот это больно. Это очень больно. А чё, он не испаряется? За такое мне не доплачивают. А, ну понятно. Но он меня шмалил так хорошо один раз. Надо похилиться. Блин. А вот, просто ил статус меняет. Хорошо.
А все-таки, как попасть в те камеры закрытые? Полуоткрытые. Что за бред? Зря я тоник пил. Мог просто здесь восстановиться. Заключенный убегает. Да, убегаю. Ух ты. Что ты задумал? То же, что и любой заключенный. Сидеть здесь. Так, тут у нас ничего не спрятано. Кормим стражу. Что делать? Надо быть сильным. Самая комната. Как там это называется? Железное дело, по-моему. Эй, чувак. Помогите. Спасти его. Спасаем. Хотя, может, он кровожадный убийца, преступник, но сейчас узнаем. Вы спасли мне жизнь. Я Фриц. Мой отец владеет магазином в деревне Перемирие. Заходи, если будешь там рядом. Фриц. Блин, Фриц, такое имя. Что-то немецкое чувствуется. Так, подождите. А тут мы не были. Пу-пу-пу. Почему была двойная атака? Что за прикол? Сейчас опять дух появится. Что-то в этой тюрьме не так. Нечисть какая-то. Бронзовая броня. А у нас какая? У нас, по-моему, получше. А, не, у нас тоже бронзовая.
Ладно. Опять эти щиты. Давайте. На вид достаточно милый. Черные ребята. Есть еще камеры, вот. Совсем ничего. И она полностью открылась. Ладно, сейчас сюда еще вернемся. Разве это то место, где я был уже? Ой, блин. Тихо-тихо. Ну давай, открывайся уже. Нет, тут я не был. Это значит, какая-то другая дыра. Это у нас. Ох, опять скелеты. Так, ну туда прям к страже суваться не очень. Давайте тут попытаемся выбраться. Падать просто. А, спускаться можно, лезть. Хм, я прыгаю типа. Ну вот я попал сюда. Дыра какая-то. Кто-то уже умудрился сбежать. А вот и это полузакрытое. Открытое. Lord's Word. Что это такое? Лот переводится как... Ой, блин, сложно. Рудная жила. А, это магнитный, это, наверное, тот дорогой. Тот дорогой меч. А ну. Да, это, наверное, магнитный меч, и он получше моего. Четко. Так.
Щетка. И все, больше никуда нельзя. Идти к той страже все-таки, да? Окей. Эй. Так, что-то он не хочет. А во. Все правильно. Я туда повыше не залезть никак. Так, этих не буду трогать. Так, секунду, небольшой перерыв. Так, я снова тут. Ну, вот эти капающие звуки, сами понимаете, да? Нелегко под ними сидеть тут. Кстати, меч, да, другой теперь он. Более такой золотистый. Точнее, серебряный светится. Помогите! Ох, ну и лицо. Рон, я пришла тебя спасти. О, кажется, вам совсем не нужна моя помощь. Давай взорвем тут все. Ох. Ну, ох, что-то... Лука. Он отрубился. Получил средний тоник. Невероятно, ты нашел их 5 штук. Секретные данные были оставлены на полу. Хотите прочесть? Конечно.
Надзиратель тюрьмы. Как использовать драконий танк? Башня танка лечит повреждения корпуса. Она имеет щит, защищающий от магии огня и молнии. Пока башня цела, танк не победим. Гардия R и D. Ох, наверняка нам придется столкнуться с этим танком. Сохранимся. Может, сможем переодеть луку? Нет, не можем. Какая-то хлопцы. Да нет. Ну не танк же это. Что это было? Ой, блин. Вперед, драконий танк, раздави этих бунтарей. Он, кстати, именно против наших элементов. Иммунен. А циклон, это какой элемент? Он лечится? Да ты офигел. Ну да, точно же башка же лечит. Так, он что, только лечиться будет? Нет, не только. Ни хрена себе ракеты. Какое время? О, минус голова. Теперь он не будет лечиться. Так, надо бы... Ладно, ты вот такой, а ты лечи. Лечи Хрона. По колесам ему, чтобы не давил нас. Ох, что-то совсем слабый. Лечимся. Тоников, благо, много. О, минус колесо. А, ну и все, минус танк. Они повредили драконий танк. Почините его и быстро. Ох. Красиво, красиво. Не думайте, что вы выкрутились из ситуации.
Чудесно, чудесно. Так, надо полечиться, наверное. Вдруг нападет кто? Моментально. О, они убегают. У нас не было другого выбора, кроме как прорваться. А чё снизу? Ладно, давайте прорвемся. Они убегают. Оп. Стой. Солдат. Принцесса Надя. Это мой друг. Относитесь к нему уважительно. Но... Не понимаешь приказа? Конечно. Подожди. Ох уж этот ушастый Потапыч. Делай, как говорит король Гардия 33. Отец. Молчать, принцесса Надя. Интересы трона выше ваших личных интересов. Что, если у меня нет титула, это еще не значит, что я не человек. Странная идея у тебя появляется после этих прогулок. Ничего у меня не появляется. Это называется здравый смысл. Принцесса Надя. Я не вижу тебя. Я ухожу. Принцесса Надя. Пойдем, Хрона. Не стойте, как истуканы, за ними. Ой, чувак застрял. Принцесса Надя. Вот они, не потеряйте их. Выхода нет. Молчать. А тут что-то точно нет выхода? Впереди открытое поле. О, раньше было не пройти. Похоже, это тупик. Ворота. Опять то место, где лагает звук. Пойдемте. Но мы не знаем, куда они нас выведут. Какая разница, это место все равно хуже. Принцесса Надя. Это крайне неразумно. Скорее, Хрона. Ладно. Они исчезли. Канцлер здесь нас ни за что не достанет. Но где это мы? Цивилизация здесь такая развитая. Кажется, мы в другом мире. Ох, да тут походу... Здесь выгравированный странный орнамент. Он запечатан какой-то силой.
Так, мы еще не знаем, какой это год. И все очень даже мощно поменялось, блин. Лаборатория 16. Давайте проверим. Ох, ё, что это за бешеная штука. Давайте проверим, как она. Какие-то осьминожки. Октопод. Ах ты скотина такая. Ого, они с одного удара даже не умирают. Вот, вот. А эта фигня их лечит. Пожиратель мяса это называется. Вот чёрт. Они еще и с вампириком. Так, а крыса, чё? Ах ты скотина! Всё, крысам не подпоем. Берсеркер? Что это такое? Лодочка прикольная тут. Аксессуар. Автоатака. Делится на хит плюс защиту. Давайте проверим. Мэнпауэра будет меньше. Чисто проверим, что это такое. Люк канализации или что это? Ой-ой-ой. Это за дырки. Кратеры. Да, он автоматом бьет. Да и неплохо бьет так. Берсеркер нормальная штука. Когда такие мобы обычные, и боссов нет. Можно, можно использовать. Так, странная крыса. Стырила. Тоник. Ну ладно.
налетели. Так, Хрона, не того бьешь. Хотя, если с одного удара, то нормально. Они слабы. Еще один меч такой же магнитный. Тут ничего нет. Тихо, не воруй. Ай. О, магнитный лук. Сейчас ДПС повысим доме нормально. Да, но только пушки. Да, на троечку. Чтобы надеть. Вообще она хиллер, в теории. Будет. И, наверное, побольше скорости лучше. А ей? У нее еще что вообще надето? А, у нее на скорость как раз таки на двоечку. Лучше это на скорость дать хиллеру, а ей взять... Что ей взять? Возьму. Да, на хит. А ты бери. Питбелт. Блин, удобный берсерк такой. Ох, сколько дырок. Давайте я вас развалю.
Чётенько, чётенько сработано. Ах ты. Котыняка такая. Вот, а тут машина, это же вообще... Что это такое? Shadow. Мисс. Мисс это мне не нравится. По ним сложно попасть. Очень сложно попасть. Но магии получше. Ой, магии вообще отлетают хорошо. Возможно... Только от магии и отлетают. Блин, на всех замедление. Отстой. Какой-то помидор ГМОшеский. Мутант, он так и называется. Помидор-мутант. Эй, не соси меня. Тени. Блин, тут берсерк уже вообще не очень. Тремиза. Так, я хочу аура вырву. Да блин, это слишком быстро. Из канализации прям лезу. Походу надо снимать. Чё, я уцепил? Что-то нифига не уцепил.
Мне надо берсерк снимать уже, бесполезный. В такой ситуации он не крут. Не, я сниму пока берсерк. Ну их нафиг. Перчатки возьму. Other. Бедный мутант. Светофоры. Небоскребы разрушенные. Кратеры. Это случаем не ядерная зима какая-нибудь. Ой, а тут что-то прям... Цивилизация развитая. Это там разрушенные города. Система канализации. Наверное. Лаборатория 32. Купол Арис. Это тут взрывается такое. Давайте... Систему зайдем. Канализация. Ох, что это? Страшно. Бандиты, надо сообщить сэру Кроули. Ох, ё. Какая-то продвинутая канализация слишком. Мириады. По двое не попадает, ладно, буду обычно так бить, короче. Кстати, огонь, наверное, зайдет очень даже неплохо. А ну. Ну так, нормально.
О, Марли новый скилл. Что за скилл? Станет врагом. Ох, что это? Здесь был мост. Я его видел. Ква-ква. Идиот, ква-ква. Здесь ничего нет. Но это правда, ква-ква. Кто-то идет порасматываться, ква-ква. Здесь довольно мрачно. Тут жутковато, мне это не нравится. Блин, мне тоже не нравится. Я бы, наверное, в тот город сначала зашел. Сейчас этих только расчехлю. Яйца брызгают фиолетовым. Ай, больно. А ну, провок. Застанем. А, это провокация. И что с ним произошло, интересно? Золото неплохо. Давайте посмотрим, что в этом городе все-таки. Купол Арис. Так, что-то мне казалось, что тут все развитое. Но нет. Люди. Кто вы? Эй, откуда ты? Мы пришли из лаборатории на западе. Что? Эй, у нас здесь люди, которые пересекли руины. Неужели? Вы не шутите? Так значит, есть люди, которые могут победить этих уродливых мутантов? Да, это мы. Папа принесет нам еды. Мой муж отправился на склад продовольствия внизу. С тех пор я его не видел. Вы правда пришли из западного купола? Мы же не из купола. Нет. Временной портал? Что это? Похоже, нужную информацию содержит компьютер. Простите меня, я Дон. Я потомок директора этого центра. В подвале есть огромный компьютер и хранилище для еды, но мы не можем пройти из-за роботов-охранников, очень жаль. На востоке есть старая фабрика, протокупол.
Близко к ней не подойти из-за безумных роботов. На континент на юге можно попасть через систему канализации, но держитесь подальше от пика смерти. Пик смерти. Серьезно. Под куполом возле пика смерти живет старик. Он чокнутый. Вы пойдете вниз? Конечно. Но оттуда еще никто не вернулся. Мы попробуем, хорошо? Приятно иногда увидеть таких отважных людей. Будьте осторожны и возвращайтесь живыми. Дверь с орнаментом. Динамит ее не берет. Отдохнуть в Энертроне. Давай отдохнем. Все впихнулись. Круто. Но ты все еще голоден. Блин, я тоже голоден. Есть хочется. Сохранимся. Так. Ну, небольшая пауза.
Так, ну что, я вернулся. Подкрепился. Сами понимаете, тут все тоже говорят об этом, да. Там мучают. А так кто у нас? День есть? Есть. Уверен, что это деньги. Ладно, все равно мне надо облегчить инвентарь. Так, что у них тут продается? Хорошая пушка. Хорошие доспехи. Да, берем, берем, все, берем. Воздушную пушку меняем на автомат. Стоит ли продавать магнитный меч, или он кому-то еще пригодится? Наверное, пока не буду. Лук продам. Пушку продам. Саблю эту продам. Шлема. Так, все ненужное нафиг. Так, ну вроде нормально. Все нужное купили. Экономим деньги, так говорил парень, который добрался до другого купола. Вот блин, я уже все потратил. Ну ладно, надо сейчас включить мод еврея. Пойдем вниз. Это такое? Эта консоль управляет проходом. Нам нужен пароль, чтобы пройти. Пароль, пароль. А это что? Ну, ладно, пойдемте искать пароль. Так. Налево нельзя. Пойдем направо. Прохода нет. Что-то. Ох, какой взгляд.
Блин, там же справа точно ничего нет. Может, там что-то есть? Похоже на статую. Тут записка. Внимание. Каждый, кто окажется рядом со складом, будет атакован. Ну, не привыкать, не привыкать. Я что делать? О. Выполняется программа. Хрона, что происходит? Марли, пойдем. Ох, гвардия. Больно? Тихо, тихо, тихо. Циклон. Шо, шо вы творите? Ни хрена себе дэмэдж. Так, тихо. Ты. Супер больно, супер больно. Надо похилить, надо похилить, надо похилить. Минус один. Давайте, нужна комба. Блин, ну по одному слабенько, конечно. Экшон, экшон, пошел. Ох, какая пушка новенькая. Хорошо, хорошо. Три, два. Тихо, тихо, тихо. Один. Эй, стой, стой, не надо. Сейчас что-то будет. А, он восстанавливает этих говнюков. Вот, блин. Ну это не больно. Ой, вот это, я думаю, будет больно. Нет, тоже не очень больно. Жить можно. Эй, ноль урона? На него магия не действует, похоже. А просто циклон. Он просто циклон бьет. Насколько у тебя жизни, ты говнюк такой.
breakdown. Нормально, нормально. Что у нас по жизням? Ну, нормально еще. Маны маловато. Фу, чем-то воняет. Вот так это и есть склад. Да. Здесь все протухло. Похоже, сломался холодильник. Хрона, смотри. Умер давным-давно, я так думаю. Он что-то держит. Как ты думаешь, что это? Это ж папаша той семьи. Похоже на семечко. Семечко? Ты думаешь, что оно могло расти здесь? Meet Ether, mana. Тут что-то написано на мокром листке бумаги. Крыса. Не просто статуя. Она знает секрет купола. Поймай ее. Вот крыса. По этому взгляду можно было бы и догадаться. Вот, вот она. Тише, она может убежать. Рывок, кнопка, кружок, поймать ее, кнопка X. Ага, ага. Блин. Ах ты, скотыняка, иди сюда-ка. А? Стой. Вот блин. Она. Походу нельзя терять ее из вида. А, тихо, тихо, тихо. Давай. Давай. Давай, давай, давай. Есть. Хорошо. Попалась. Пи-пи-пи, я сдаюсь. Я все вам расскажу, пи-пи. Нажмите, держите L1 и R1, а затем нажмите X, чтобы попасть по тайной ход пи-пи. Да. Только не ошибитесь, иначе пожалеете. Ладно, попробуем. Стремно так доверять крысе. Так, что-то эти вообще не работают. А где это жать вообще надо? Может, там где-то чувак лежит?
Там не работает, а тут. Тут тоже не работает. Что за? Ладно. Ах ты, тварь, быстрая такая. Так, ну секрет я знаю, ладно. Может это вообще не тут. Наверное, не тут. Да я вернулся уже. Отдохнем немного. Так, что-то непонятно, где использовать это? Вообще не нажимается. Раньше хоть нажимались, то вообще не хотят. Блин, может еще раз поймать, а тут что-то нахреневшее. Попалось. Пи-пи-пи, я сдаюсь. Я все вам расскажу, пи-пи. Ну то же самое, нажмите, удержите L1 R1, а затем нажмите X, чтобы попасть в потайной ход, пипи. И где это держать, блин? Вот я держу, вот я жму X, ничего не происходит. X, ничего не происходит. Понятно. Блин, может это и вовсе не здесь надо комбинацию нажимать. Тут тоже не нажимается.
ничего не нажимается. Что тут блестит какой-то шар, а тут нету его вообще. Выйду на карту. Так, где тут выход только? Может тут держать? Не, вроде ничего не поменялось. Не работает. Непонятно. Всем непонятно. Вот где этот потайной ход, мазафака? Mm-hmm.
Пойду поброжу пока до лучших времен. Что-то тут совсем туго идет. Я бы хотел в тот купол. Пойду назад, короче. Так, пока. Блин. Ах, опять томаты тут. Я его прям пробиваю так нормально. Вас убегу. Ну нафиг этих призраков. Тебя вырублю, конечно. Ой, нет. Какая-то хлопцы. А как отсюда выбраться вообще? Как всегда.
этих не хочу. Блин. Вон, а сейчас побыренько их разберу. Вот так вот. Ладно, останусь уж. Уровень Марли. Эй, крыса. А чё? Ну, конечно. А, но у меня их так много. Тут без схватки никак. Неплохо так. Ахаре. А тут я сбегу. Ну вас нафиг. Купол Бангора. Купол Транна. Давайте в Транну зайдем. День есть? Ну да. И это деньги, ладно, у меня есть хорошая штука. А ну. Я экономлю сейчас, поэтому. Чё у тебя? Ну, у тебя все то же самое, что и там было.
Ладно. Блин, надо реально экономить деньги. Вы найдете немного еды в куполе Арис на северо-востоке, но только если вы пройдете лабораторию 16. Чудовище там не реагирует на оружие вроде мечей и ружей. Да вроде реагирует. Хотя если про тени в анте, купол перемирия никогда о нем не слышал. Это купол Транна? Королевство? О чем ты говоришь? Если вы ищете еду, то ее нет. Это Энертрон. В нем можно выспаться всего за несколько секунд, но голод не исчезнет все равно. Отдохнем. Здесь выгравирован странный орнамент. Он запечатан какой-то силой. Блин, тут ничего нет. Что вообще ничего нет? Так. Купол Бангора. Посмотрим, что тут. Отсюда мы пришли. Вряд ли возвращаться надо. Блин, я зря шел, получается, столько. Скачить мимо всех. Ну, я их закупил, так что ничего страшного. Надо скотинка. Проверю кое-что. Работает ли вот эта атака на них? Должно? Да, работает. Хорошо. Ох, помидор.
толстый, блин. Да как? Вот мы снова тут. Ой, что-то в этой лаборатории мне вообще не хочется. Она такая здоровая. Через систему канализации я, походу, туда вниз смогу попасть. Что там люди говорят? Вот, на континент на юге можно попасть через систему канализации. Держитесь подальше от пика смерти. Это очень странно. А ну иди сюда. Тут нигде не нажимается. Давай, есть. Десять это потайной ход. Thank you.
Короче, все, пойду в цвет. В канализацию. Так, вообще уже буду сохраняться и заканчивать. Так, ну все. Всем пока.